Большой переполох в подмосковной Электростали. На улицах города появился крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой. Мало того, что мужчина нападает на стариков и детей, так он еще и сам снимает это на видео, а записи выкладывает в интернет. Павел Мельников подробнее о весеннем обострении и его последствиях. Все, нормально, не лагает. Здорово, народ, с вами Артур. Ах ты, сука, блядь! Нет. Мудаки, блядь. Несколько месяцев терроризировал подмосковный город Электросталь. При этом в полиции на него ни одного заявления. Агрессивное поведение, мат через слово. На его пути лучше не попадаться. А вот, собственно, те пидорасы. Сын собаки, блядь, ты порылый. Да иди нахуй. Пошел в пизду. Иди тоже нахуй, скоты тупорылые, блядь. Долбоёб! Долбоёб, ай! Нахуй, нахуй, нахуй! Вали, вали! Саня, еби этих сук! Пришел опрятный человек, адекватный, на все вопросы отвечал правильно. Все тесты прошел замечательно. Можно отметить повышенный IQ коэффициент. Павел Мельников, Владимир Кальский, Алексей Ляпин. Вести, Москва.